Откуда они? На небе, мам, ты видишь? Откуда? Прилетели откуда-то стрекозы. Видишь? Ну, пойдемте на выставку животных экзотических. Ой, ну, кадр первый, дубль два. А вы нам поможете, чтобы взять можно. Купируем какую-то зверюшку на ручах. Пусть они еще походят уже. Раз пришли. Не трожь зверюшку. Они как там... А, им жарко, то это, видишь, вот за холодной бутылочкой. Охлаждается. Не одувайся. Дай как котика возьму. Иди сюда. Мне не одувайся. Записался, что ли? Мне не одувайся. Не исключено. Алена хочет его погладить. Погладить. Ну, пушистик. Лёва, гладь тоже пушистик. Не лайся. У него фиолетовые глаза. Да. Мне я гладь. Конечно, можно. Ой, ушки. Маленькие. Маленькие ушки. Брать не надо, вообще можно гладить только. Сверху. Бери, гладь. Гладь по головке. Папа разрешает. Гладь. Ой, такой хороший. Носик не трожий. Носик хороший. Носик обидится. Такой пушистенький. Ротик. И ротик есть, и глазки бусинки малюсенькие. Все, отпускаю мышку, а там не очень. Это домик, да? Это не белочка, это кролик. Лёва, иди... фотография будет хорошая, сейчас я перенастрою. Лёва, иди сфотографируйся возле кролика. Гладь. Лёва, Алёна, иди сюда. Кролик. Я тебя сфотографирую с кроликом. Ну да. Лёве подними, он еще не гладил. Какого тебе? Ну того рыженького, красивенького. Мама, я тебя гладим. Папа, это как-то... Какого? Вот этого. Ну, он-то не гладил. Мышка, видишь? У него такая маленькая головочка. Лапки. Откуда полезли лапки. А здесь кто жил? Лена. Алена, иди сюда. Маленький, да, погладить можно. Ты нос тёп. Красивый кролик. Погладь его. Их тихо. Ну, аккуратненько тут. Нравится вам кролик? Мягонький он. Алло, мягонький? Лев, кролик мягонький. Ну, конечно, я чувствую, что он меня облизывает. Давай вот этого тебе возьму на ручки. На, погладь. На, погладь. Ой, его чего-то боится. Ну, конечно, боится. Лапки не трожи. Вы же не его мама, он вас и боится. Носик. Носик. Мягкий носик. Отпусти его, пожалуйста. Ты гладь, сразу погладь. Отпусти, отпусти. Хорошо, как скажете, детки, отпустил его в дом. А
это папа и мама, да? Угу. А это я. Детки, да, наверное, так. Вот я вот такой кролик. А здесь еще одни туалеты. Маленькие там сидят. Они в мельнице живут. Что, Лёва, осторожно, не трожи. Мельницу эту их. А то она, наверное, ненадежная. Так. Пойдем еще кого-то погладим. Вот этого ты видел здорового? Конечно, видел. Я какие у него красивые уши сильные. Жалко. Он самый опасный. Не, не опасный, он самый большой. А вот еще какой? Каплоухий. Каплоухий кроляха, да? Как в мультике про этого, помнишь, Лёва? Про Алису в стране чудес. Да, мышку можно гладить. Иду, дочка. Вот этого на ручке, он такой большой. Его нельзя на ручке, наверное, брать, он сильно большой. Давай вот этого посмотрим, давай. Будет сильно царапается. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да-да-да, как котику лапки тоже нужно. Алена, подходи, будешь гладить. Гладь, а то поздно будет. Ну, погладь, Алена. Ой, какой. Эх, пока мне Вера не встанет. Совсем боится. Да, он уже царапается сильно. Не-не-не, не пугай. Большой просто. Когда-то. Ой, побежал. Свинюшка. Ой, тут много свинюшек, Алена. А вот у нас моя пушистая. Погладишь? Погладь. Я мучу, не понял. Ну ладно. Они еще на крыше живут. Вон, видишь, называются, а потом на крыше. Погладь. Котяк, 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 котяк погладил, а он еще гладит. Мышка, он еще мышкой гладит. Видишь, какая мышка? Он погладил, мышка вылезла из домика, Светка. Она длинная. Котяк, мышка. Лёва, а тебе досталось мышку погладить? Нет, не успел? Угу. Мышки арбузики любят, оказывается. Алена, смотри, мышки арбузики. Ой, смотрите, мышкам еду принесли. Смотри, кушай. Кушают мышки. Какие хорошие. Сейчас наберутся силы и будут они самые большие. Даже они влезут в дом. И где же будут жить? На улице. Мама. А это чего не лезет? А это почему не хочет кушать, а? Может, она не голодная? Еще другой кушал. Она совсем не вылазивает. Вот это? Да. Может, она не знает, как вылезти туда? А я знаю, как вылезти. Вот, покажи. Вот как. Видишь? Да. Просто она боится высоты. Она боится высоты, понимаешь? Я не знаю, мне кажется, они кусаются. Они кусаются. Она даже рычит. Но она же длинная. Подождёшь. Мне жалко. Она там боится высоты, и она не может слезть из крыши. Нет. Вот она. Как она вылезет из крыши? Это очень. Мокрый очень. Мокрый или маленький?
Гладь мышек. Ну, а гладь пока не пишет, может. Подойдет сюда ближе. Подходи, подходи, да, в уголочек. Ой, вот свой. Смотри, вот. Не, брать ее не надо, вручи. Она просто погладь. Она может поцелапать. Да, только гладить можно. Свинюшка морская. Угу. И почему же морская? Вот такие. Котики маленькие. Котики. Что, выбежал? Сам выбежал? Ничего себе, кролик. Аж отсюда щуп. А птички, он видел какие, Ленка? Попугайчик, смотри. Быстрее, ближе. Ближе, ближе, подходи к нему. Сейчас ты его притулишь к себе. И так будешь держать, хорошо? Не бояться. Я буду помогать. Иди, тоже держи. Конечно, иди, иди. Он тяжелый. Будешь его аккуратно за ушки держать. Вот такой. Иди, иди. Он не царапается мягонький. Вот так вот. А давай тогда подожди, вот так вот стоит. Стой, подожди, подожди, подожди. Иди погладь. Мужчина пушистый, иди. Ручку. Погладь, иди тоже, он такой красивый. Такой пушистик, Винни. Он, наверное, сильный. Не, он еще у нас трусливый пушистый. О, такой. С палочкой ходит, да, уже время ко сну. О, хороший, красивый кролик. Это они здесь и живут, или здесь просто выставочный зал? А, нет, вы имеете в виду на целый год? Или вообще? Не, вообще. Вообще спят здесь, да. Тут. Да, они здесь и спят. Вот смотри, мы гулять потом ходим. Иди. Возьмем, как бегает. Вот я, Лена. Лена, вон, побежал. Побежал, побежал, побежал. Он, допустим, когда пить хочет, он уже подходит, когда уже носом много тычет. И в бутылке видят, что он находится. Да. Сбежал. Куда я поищу? Вон, сзади, Лёва. Куда? Мама, смотри какая змея. Ой, я такую не видела. Она плавает в болоте, фоне. Где? Они там песочек. А, по она... песочку ползает. Она в пустыне живет. У них просто водичка, если она пить захочет, чтобы могла попить. О, а это хамелеон. Хамелеон? Да. Что-то он цвет не меняет. Потому что он тебя не... Потому что ты ему ни вреда не подчиняешь. А как ты... И он не прячется от меня. О, смотри, какая ящерица. Видишь? Нет. Ну вот она, видишь? Вот. А, теперь вижу. Как это она так прилипла туда? Она так прилипла. И с головой. Какая-то она смешная. Смотри, какие ящерицы. Ой, какие маленькие. Ну да. И серенькие. О, а это самый опасный павук. Он так как сидел, так и сидит. Днем мы приходили, он там был в углу. Да. Там он остался. Он самый опасный. А этот самый... Детки, а вон черепаха вернулась. Ура! Смотрите, какая большая черепаха пришла.
Лёва, смотри, тут никого не было, ты спрашивал, кто тут живет. Оказывается, тут живет черепаха. Очень большая, она тоже любит арбуз. Это точно. Вернулась с работы черепаха. Да, вернулась. Её, наверное, по пляжу носили фотографироваться. Ага. Смотрите, какой большой мост-то. Угу. Точно не лёд. А получается, сейчас взяли павлина и змею, да, работать? Видите, какая большая игуана? Видите, какой у нее хвост? Ага, большой хвост. Ой, а тут есть окошко. Окошко можно посмотреть. Ой, смотрите, у нее какая-то борода, и она шевелится. Ну да, она рядом дышит. Это он интересный, этот хамелеон. Или кто это, игуана? Игуана. Зачем же ты игуану лапы поставила прямо в тарелку? Она там делает всегда. Когда я стала, когда съела еще, и я оставила огурьки, она так делает. Так всегда. Смотрит на тебя игуана. И почему? Интересно, кто ты? Может, подумай на нее. Может, не надо? Ой-ой-ой. Что-то я боюсь, она рот открывает. Она не открывает. Она просто закрыла глаза, чтобы не смотреть, ну, на нас. Наверное, мы ей надоели, пойдем. Ну, пошли. Даже не знаю. Кормушка какая-то. Может, птички там прилетают кушать? Алена бегает за кроликом? Да, гуляется. Это самое интересное развлечение, что за кроликом побегать. Ну. Фу, понюхай, я жарко! Ты посмотри только! Это битый павук. Это битый. Максим! Ку-ку! Ты там кушаешь травку? А вот это ядовитый павук. Самый ядовитый в мире. Это тоже ядовитый. Это тоже ядовитый павук. И это ядовитый. Девушка, ну может не ядовитый, а ядовитый. Ядовитый. Ну а здесь кто? Ой. И где же павук-то? Ой! Папа! Папа, ты сегодня папа? Да. А как называется этот павук? Птицеед. Птицеед? Паук птицеед. Это сама лапа павука. А какой кролик тебе больше всех понравился? А белочки не понравились? А вы знаете, кто его, что это, как называет? Это павук называется? Thank you.
Алена, где кролик? Надо его найти. Вот, а есть опор. Мама, дома, дома. Хорошо, пойдем. За тобой идти надо? Лёва, экскурсовод.